Друзья мои, мы с вами продолжаем. Я желаю всем приятного просмотра. Боезапас мы с вами подбираем. Читаем записку. А теперь быстро-быстро отсюда валим. Ну что, безопасно? Да блин, что началось-то? Плохо дело. Это да. Так, подожди, а что я туплю-то? Вот так, ставим. Вот сюда. Стой. Походу он будет прыгать. У нас с вами есть борец. Ну давай. Получил. Ты куда полез? Сюда прыгай. Да чё не так? Стой. Снова борца. Ты сюда подойдешь или нет? Как назло. О, наконец-то. Ты что делаешь? Стой, стой. Так, убегаем. Что-то он творит там жесткое. Ага. Вот это тоже подберем. Ну и... Уф! Стой, вот так давай делать. Секундочку, ребят. А, вот и все. Ну, шикарно. Даже мину не потратили. Ах ты, тварь. Ну да. Это у нас кристальный молот. За него, наверное, мы с вами сможем выручить целое состояние. Это мы с вами узнаем уже, когда доберемся до этого герцога. Да ладно, мне кажется или нет? Ну-ка попробуем. Ну да, получается. Да попади ты, елки. Вот здесь еще есть. Прикольно. Камнепад, елки-палки. Желтый кварц. Обломок кристалла. Большой кристалл. Ну где еще? Вроде ничего не пропустил. Все, идем. Настоящий мужик, Ид. Молодец. Хватит прятаться, мудила. Живым ты от меня не уйдешь. Сбавь обороты. Еще чуть-чуть, и ты все закончишь. Я помогу тебе. Но в обмен. Что в обмен?
Возвращайся ко мне. Положи колбы на алтарь, а дальше сам догадаешься. Бакеда, Итан. Стой, блядь. Давайте поспешим. Мне, по правде говоря, и самому интересно, что будет, если мы с вами положим все колбы. Здесь взяли тарелку. Это, очевидно, тоже на продажу. Все, быстрее плывем. Смотрим. Наверх у нас лестница. И путь куда-то вниз. Ну, надо чекнуть. Реагент. Отчеты о вживлении к аду. Ой, блин, сколько они здесь людей использовали. Ладно, уходим. Ух! Тварь. Открыть. Фу. Выбрались. На всякий случай надо все здесь осмотреть. Так, тут нам потребуется ключ с отметкой. Вуаля! Мы на свободе. Итак, теперь быстрее к этому герцогу и размещаем с вами... Кто там? Сбавь обороты! Сейчас, наконец-то, мы с вами разместим все колбы и увидим, что произойдет. Я безмерно счастлив, что вы вернулись живым. А я-то как счастлив. Итак, колба с туловищем. И, наконец, колба с руками. Теперь по заданию надо найти Гейзенберга. Что происходит? Ну вот, мы с вами прибыли в то место, где мы с вами разместим эту чашу гиганта. Кстати, позвольте я почитаю, что это такое. Это огромная каменная чаша размерами с постамент. В ней можно уместить 4 колбы.
А, ну это прямой путь, получается, к тому переходу. С ребенком все будет хорошо. Будь спокоен, Итан. Ха! Давай уже, двигай через мост. А, Итан Уинтерс. Входи. Не думал, что ты справишься с Донной и Моро. Но тебе в Америке пришлось еще хуже, ведь так? Ты мне нравишься. Я хочу поговорить с тобой о Розе и Миранде. Да входи же. Не бойся. Это не ловушка. Что ты задумал? Ну, вообще, на самом деле, по всем признакам, это как раз-таки ловушка. Твою мать! Мия! Правда, глаза колют? Так и знал. Ты хочешь убить меня, как и всех, а потом пойти спасать Розу, да? Я верну свою дочь. Да нет, ты крепко ошибся. Сука, закрепка. Завали ебло! Прости, что вспомнил. Ты присядь. Слушай, Итан, ты часть игры. Да о чем ты говоришь? Может, хватит игр? Ну-ка, сядь, сказал! Мисс Гигантская сука. Стрёмная куколка. И водяной дебил. Еще не усек. Это тест. Достоин ли ты занять место в семейке мира? Я вообще не хочу быть в семье Миранда. Как будто я хочу, но так вышло. Я следующий, да? То есть я мертв, а ты на коне? А хер вам! Да я срать хотел на твои личные проблемы. Я просто хочу спасти Розу. Я тоже. Ты хоть понимаешь, сколько силы в этом ребенке? Даже Миранда боится. Последний раз! Заткнись, урод! Ты и я, Итан. Мы вместе спасем Розу. Из нее уже точно сотрем Миранду в порошок. Слышь ты, мудак, моя дочь не оружие. Ты зря. Лучше не проверять, что там внизу. А я бы рискнул. Сам напросился. Ну чё, опять бежать надо? Сука! Блин, вот сюда. О май гад. Так, а дальше куда? Тупик. Чтоб тебя! Что это за тварь? Не, ну она там точно не пролезет. Поэтому на самом деле можно немного расслабиться. Но только немного. Полезли.
Что там происходит? Ох ты, блин. А что у них? Что у них на лицах? Быстрее. Ну что-то, блин, они какие-то... Ты что, не трогай меня. Фига они крепкие. Так, взяли порох. Отлично. Обломки. Ух, жара. Ебанутое место. Надо подняться наверх. Нам с вами надо выбраться с этой фабрики. И, пожалуй, более точного описания этого места вряд ли можно придумать. Да ладно. Как желаете. Ну чё. Давайте посмотрим вообще, что есть. О, у него новые предметики. Смотрите, ребятки. Как же это здорово. Так, нужно продать. Хватает ли вашему оружию мощности? Теперь я могу устанавливать улучшенные модификации. Правда, что ли? Так, кристальное животное, кристальный молот. 35 тысяч, офигеть. Энджи продаем. Кристаллический мора продаем. Вот это все продаем. Тарелочку продаем. Того, насколько это у нас 213 тысяч. Видимо, это и есть пресловутая красота гротеска. Полуавтоматическое ружье. Мне почему-то кажется, надо брать. Да, понимаю, почему вам это приглянулось. Так, качнуть надо. Че попроще качнуть-то? Блин, 17 тысяч. Офигеть. 1240 здесь. А, ну тут 65 тысяч потребуется. Давайте качаем. Эти руки гораздо вот это проворнее, чем вам кажется. И, пожалуй, качаем здесь. Ага. Счастливо. Давай. Удачи. Написано сейчас, нельзя использовать. Так, две двери у нас, да? А у нас есть такой шарик? Блин, не работает здесь. Погнали тогда сюда. Опять порох. Заходи. А, стой. Нам же с вами надо поставить. Правильно? А, выбрать... Вот сюда, что ли? Не, ну а чё? Мне нравится. Неплохая пуха. Нет электричества.
Да блин, темп стрельбы! Чёртов! Открывай. А, ну смотрите, здесь мы с вами, ну очевидно, прям заработаем кучу денег, потому что, смотрите, прям с этих двух выпало сколько всего ценного. Так что все будет четко. Можно вставить какой-то предмет, но у нас с вами пока этого предмета нет. Здесь что? Тоже нет этого предмета. Заперто с другой стороны. Чувачки! Тихо, 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 тихо. Ну да, смотри, как бодро все с них выпадает. Блин. Упс. Я надеюсь, ты не оживешь. Хотя далеко не факт. Шаблон барельефа. Ух, бежим! Или подожди, дождемся? Чувак, иди сюда. А, вот так даже. Ну сколько еще надо? Упс. Да офигеть, ты чё такой живучий, ё-моё. Всё? Не прикалывайте. Это полная жесть. Так, ну самое главное, получили с него еще кристальное сердце. Желтый кварц. Итак, шаблон мы с вами вставляем сюда. Сейчас что-нибудь получим интересное. Yes. Барельеф с лошадью. Это полезная вещь. Так, приготовились. Тихо. Блин. А теперь нужен ключ с лошадкой. Эй, тварь, вы где? Да блин. Сейчас. Вот сюда она заходит. Опа. Все, я прошел. Не трожь. Вау, 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 вау. Вот это да!
полная жесть. Фух.